Когда администрация не исполняет свои обещания. В сентябре через Твиттер к Александру Кузьмичеву обратились горожане с просьбой установить лежачих полицейских на улице Любимова в районе школ 3 и 5 детского сада номер 120. Место, где полицейский должен лежать, обозначено соответствующим знаком. Однако самого препятствия на дороге нет. Управление благоустройства заверило, что работы будут выполнены в течение сентября. Наступил октябрь, искусственной неровности не появилось. Причина тому, по словам мэрии, плохая погода. Администрации все же стоит обратить на эту дорогу внимание и не дожидаться несчастного случая. Там, где ходят школьники, машины должны ездить медленно.